со старых книжек. Прозвенит трамвай, спустится ночная тишь. Неожиданно за дверью ты его шаги услышишь. Глаз не открывай, лучше притворись, что спишь. И в комнату войдет непослушен, если девочка упряма, спросишь, почему, непонятно никому. Но ребенком недовольны папа, бабушка и мама, и волшебных снов не положено ему. И в комнату войдет такое, что даже страшно рассказать. И если чаще улыбаться, хорошо учиться в школе и ложиться спать, не пугаясь темноты. Если только постараться подружиться с добрым умом,